среди женщин. Я не буду говорить о том, как играют блиц, вы, наверное, все в курсе дела насчет невозможного хода, насчет того, что надо сотовые телефоны отключить заранее, чтобы никто не забыл, чтобы позвонил телефон. В случае звонка, значит, получается поражение во время партии. Я сейчас вам зачитаю определение победителей в четвертьфинале.